Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову на его личном блоге. И сегодня вопрос от нашего подписчика Андрея Сорокина про волков. Здравствуйте, Олег! В Крыму я наблюдаю одобрение людей к истреблению волков. Поощряется все это истерия в СМИ, по каждому случаю свидетельство каким-то пастухом серых хищников. Совершенно необъективными данными и примитивным страхом. Если волк хищник, значит нужно его уничтожать. А что вы думаете по этому поводу? Действительно ли такой вред от волков? Ответ. Здравствуйте, Андрей. Волки очень умные, красивые, выносливые и очень коварные хищники. Когда в природе было много диких животных, волки поддерживали баланс, убивая больных, старых и слабых особей. Человек нарушил баланс в природе, уничтожив большую часть диких животных. И сегодня волки представляют большую угрозу для сельскохозяйственных животных. За одну ночь небольшая стая волков может перегрызть отару овец под сотню голов. На моей памяти такие случаи в Крыму. Волки убивают в десятки раз больше, чем могут съесть, просто ради азарта. Поэтому в некоторых регионах России и мира волков объявили вне закона. Уничтожив кормовую базу волков в лесах, человек теперь защищает свое имущество. Ведь общеизвестна пословица «своя рубашка ближе к телу». Волков, безусловно, жаль, но, к сожалению, с цивилизацией волкам ужиться практически невозможно. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.